все, друзья, время небольшого сторителлинга. Я приехала на производство. Видите вон те вот ткани поросячьего цвета? Это вот как раз-таки те самые худики, которые уж отшиты, и на которые нужно еще добавить некоторых деталек. Это наш образец, который был самый первый отшит. Но такой ткани, к сожалению, пока что нет в наличии. Поэтому мы шьем сначала розовенькие и фиолетовые. Фиолетовые. Найду вам, где они лежат, и покажу. Ну вот, да, это оно. Лежат красивые такие капюшончики отдельно. А эта полка отведена под футболки. Вот наш образец футболки, большой размер. Тоже, если видно, с велюровым эффектом, очень мягкие. Но именно таких тканей в этом цвете в большом количестве не было, поэтому мы взяли такие цвета, тоже ближе к фиолетовому и кофейные. Это уже выкройки готовые, если видно, это уже готовые выкройки. Вот, так что будут и худи, и футболки. Да, про футболки я, по-моему, вам не говорила еще ничего. Примерку я решила начать с большого размера. Как видите, она мне великовата. Но я думаю, большинство из нас примерно понимают мои габариты. Поэтому вот это большой размер. Ну, а это размер поменьше, который все так же остается оверсайзом, но оверсайз, который мне по размеру. Вот мне еще сейчас сказали отдельно уточнить, что велюровый эффект вот этот вот остается после стирки тоже, то есть он не скатается комочками, он останется точно такой же, как и был изначально. И я думаю, очень клево. Прям вот, знаете, делать вещи, которые сама же будешь потом носить, это прям, считаю, что очень правильно. Правильно. Вот здесь еще будет бирочка, который вы можете видеть уже на страничке бренда. И вот здесь будет еще вышивка такая одна интересная, о которой вы еще не знаете. И изнутри тоже все будет подшито, будет максимально аккуратно. Так, а вот, собственно, мне кажется, мы выбрали штанишки. Они, конечно, черные. Черных пока что не планируем делать, тоже каких-то таких пастельных цветов. Но чисто по размеру, тут и карманы, и завязочка, и они такие не супер оверсайзные, довольно-таки пряменькие, в них даже кататься можно. Обратите внимание на мои носочки с сердечками. Вот, мне кажется, неплохо выглядит, да? Что вы думаете? Пишите, куда, здесь, сюда, куда вам удобнее, вон, над ботинками, над моими, пишите, как вам. Я вам больше скажу. Вот эту вот булавочку видите? А угадайте, для чего она? Правильно, она для шортиков. Значит, будут и штанишки, и шортики. Шортики под футболочку. Летом ходить то, что надо, я считаю. Так, а вот это фиолетовая ткань, видите, в сравнении розовая. И фиолетовые, очень такие приятные цвета. Я, конечно, еще с фильтром снимаю, молодец вообще. Но просто посмотрите, насколько тонкая ткань. И ткань с велюровым эффектом. То есть она очень-очень мягкая. И вот такое вот количество у нас тканей на все худики. Так что останется всем.